5 километров позади, 42-й выпуск блога. Сегодня утром, как обычно, в 5 было солнышко. Уже почти солнечно, ясно. И тут начинает затягивать тучами. В принципе, как весь апрель, весь май. Чего за фигня? Почему нет нормальных солнечных деньков? Почему нет такой жары, как обычно майской? Погода, что там с тобой такое произошло? В общем, нам еще 2 километра намотать, и можно начинать нормальный день. Смотрите влог до конца, увидимся. Кто? Путин. А это кто такой? Угадай сам. Не знаю. В нашей стране. Кто это такой? Кто в нашей стране служит? Путин. А он кто? Президент? Да. Самый главный, преглавный? Да. Во всей стране. Ну ладно, ладно, хорошо. Обалдел, что не угадать его. Я думал, ты не знаешь. Я думал, не знаешь. Путин. А Мишка, оказывается, больше меня знает. Это Путин. Знает даже, что Путин, но она самая главная в стране. А Путин, Путин это кто еще раз? Путин. Ну, кто он? Президент. Президент. Видео? Угу. Сегодня тоже без торта. Я вчера ждал торт, сегодня ждал. Но, видимо, не судьба. Таня пообещала завтра точно сделать 100% торт. Иначе печеньки Орео я просто сейчас пойду возьму и съем. Не могу на них спокойно смотреть. Впрочем, как на любые сладости. Зато сегодня был очень вкусный шашлык. Мы сделали из свинины, вот такой классный. Завтра пойду сгонять его на пробежке. Сейчас Миша с Таней пошли погулять. У меня появилось время. И я по-быстренькому сяду, это все дело смонтирую, сегодняшний влог. Это, наверное, будет последнее видео, в конце может быть какой-нибудь таймлапс. Ну, не знаю, там посмотрим.